Ну что ж, мы в самоизоляции. На прекрасном берегу Дона. Пытаемся ловить рыбу. Пока ничего не клюет. Червей не было, червей пришлось тут прямо на берегу накопать. Потому что все магазины рыболовные тоже закрыты. Ну, попробуем что-нибудь выловить. Отдохнуть на прекрасной природе. Правда, тут срач, конечно. Мусор тоже надо убрать. Вот это вот всю гадость. Соберем, уберем. Ну что ж, закинул две донки. И поплавок еще поставил удочку. Ну, в общем, пока нет поклевок, к сожалению. Может быть, у рыб тоже самоизоляция какая-то началась. Полчаса вот прошло, пока никаких эмоций совершенно. Ну, будем ждать. Погодка теплая. По идее, должен что-нибудь подойти. Хочу на балконе все это сделать. Слышь? Приубрались тут маленько. Дятел стучит. За полтора часа рыбалки была одна поклевка на поплавок. И все. Больше ничего. Поднялся небольшой ветер. Но в целом погода все равно хорошая. Солнце довольно хорошо припекает. Птички поют. Но рыбки не клюют. Почему они не клюют, сказать сложно. Ни на донке, ни на удочке. Местность тут интересная, тут сразу обрыв идет вот. Вот место очень прикольное для рыбалки. Неподалеку от нас находится. Тоже обрывистый берег. Вот тоже место перспективное, интересное. Вроде как бы отмель, а там дальше и поглубже можно попробовать. Дон в этом году еле-еле поднялся. Совсем на немного. Ну, в связи с тем, что зима была очень теплая. Вот столько мусора я поймал на рыбалке. Рыб, к сожалению, не поймал. У нас...